Всем привет, ребята, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». Давайте посмотрим, на каком мы уровне остановились. На четвертом уровне. Так, давайте посмотрим, что тут интересного будет в четвертом уровне. Так, у нас добавилась вот эта штучка, которая будет пожирать нам все могильные плиты. Так, берем вот эту берем, берем вот эту, берем вот эту, берем. Какую что еще взять, а? Давай вот этого... И бомбочку, на всякий случай. На всякий случай, поехали. Ага, опачки. А, вот все, есть защиточка. Защиточка есть у нас. Так, садим сразу вот этого. И будем садить вот такие вот. Бесплатные, которые у нас. Так. Всю линию сейчас засадим. Я не знаю, откуда они полезут сейчас, эти зомбики. Смотри, сколько волн у нас будет. Нифига себе. Так, ползет уже один, гад. Сейчас, сейчас тебя отфукает маленький грибочек. Так, линия у нас уже, по идее, готова. Еще вот сюда посадить. Или я вот сюда даже посажу, вот эту мы потом сожрем. Так, вот, и вот, пожалуйста. Стреляй в него. Паразита, в паразита этого. Так, первая линия грибочков, которые нам будут приносить солнышко, у нас посажена. Да, отлично, отлично, отлично. Так будет у нас вторая волна. Так, сюда, может быть, конечно, надо было другое место посадить, но сейчас посмотрим. Так, грибочки, грибочки. Так, у нас орешек сейчас уже есть возможность посадить. Так, монетка, отлично. Вот, бригада идет. Сейчас много-много-много-много зомбиков будут идти. Так, сразу сюда давай орех посадим. Потому что орех долго восстанавливается. И можно вот эту попробовать сожрать, сожрать эту могильную плиту. Есть. О, монетку еще дают, фига себе. Не знал, я не знал об этом. Надо все могильные плиты сожрать, пока такая есть возможность. Так, а ну-ка, подожди, вот этого сейчас, большого сейчас сюда посадим. Вот здесь пускай стоит. Так, все, по вот этим солнечным у меня закончились. Теперь будем могильные плиты вот эти вот улучшать. Где у нас? Давай сюда. Какого посадим? О-о-о! Куда ты перепрыгнула-то, а, гадина? Сожрала. Сожрала. А, хотя бы можно было этот не сжать, но пойдет. Ладно. Посмотрим. Так, что у нас тут еще бесплатно есть? Есть бесплатные. А, нет, надо же вот этого могильщика взять. Пусть кушает. А, прыгалка, прыгалка. Активизировалась. Так, сюда бесплатную. Так, вот эту пускай могилу съест. Она здесь не нужна. Потом зомбари оттуда полезут. Все, и вот эту быстрее съедаем. Сейчас А, вот вторая волна, сейчас и зомби типа вылазит. А может нет. Эх, давай сюда орешек сразу. Вот, начало. Пускай они его едят. Мне, в принципе, не жалко. Ух ты! Так, срочно орешек. Ай, орешек еще долго будет восстанавливаться. Ладно, сжирайте. Сейчас, блин, жалко, если они большого сожрут. Да. Дам горохострела на всякий случай. Так, сюда орешек еще один. В принципе, не будет лишним орешек. Так, а сюда я маленький, пускай она прыгает, пускай едет орех. Орехов у меня много. Давай еще вот этого посадим. Сюда. Пускай его убивает. Так, и вот эта могильная плита мне не нравится. Давай мы ее быстренько съедим. Все, монетка моя. И сюда мы орешек. Орешек будем ставить. Пускай орешек стоит. Сюда поставим горохострела. Сюда маленького посмотрим. А, смотри, они плохо стреляют.
Нужно горошек, горошек сюда, горошек. 200 монет стоит горошек. Сейчас поставим, подожди. Сейчас накопим. Еще немножко. Вот, все, готов. Тут стреляет. Двойными как раз. Ах ты, все-таки гад этот орех мой сожрал. Ну ладно. Давай еще маленькую. Пусть медленно едят. Но у меня еще есть орех. Поэтому мы его поставим. Нет, копим на двойного. Да, двойного поставим. Так, могильные плиты уже закончились, да? Так, сюда тоже мы орех ставим, пускай стоит. И нужно побольше горохострелок. А, сожрала, смотри, вот эта гадина. Эй, вот эти гады идут, смотри, ё-моё. Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. А, ну они справятся, наверное. Так, давай еще одного горохострела. Ой, молодцы, молодцы. Победили. Так, сюда большой гриб. Пусть стоит, я сюда орех. Так, немножко не туда ставится. Вот это вот странно очень. Ну ладно. Туда еще один орех поставим. Вот сюда вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. На, перепрыгивай. Я уже не знаю. Самое недорогое поставил, что было. Так, ладно, сделаем. Сюда еще двойного горохострела. И здесь они вообще ничего не смогут сделать у меня, ребята. Опа, этот орех сожрал все-таки, да? Ладно. Еще один орех поставим. Опа, смотри. Мы выиграли, открыли альманах. Что это за альманах такой? Давай посмотрим. Альманах. Давай посмотрим, что такое. А, растения можно смотреть. Какие есть растения, тут рассказываются. Ну, это все на английском, поэтому, в принципе, не особо нам и нужен. Так, смотри, интересный 5-й уровень, давай поиграем. Что здесь надо делать? Ух ты, нифига себе. И что? Нам нужно по ним хлопать просто. Это такая, типа, мини-игра. Ну, в принципе, несложно. Очень даже несложно. А, вон оно что. Нужно вот эти еще съедать. Ну, тогда, в принципе, сейчас будет сложнее, конечно. Да, идут они быстро, смотри. Ну, хлопать я тоже могу быстро. Что нет-то? Давай посмотрим, сколько вообще вылезут. Ага. Ну, такая, не сложно вообще. Пусть побольше тогда нарастет их. Как бы я... их всех сейчас отхлопаю. Оп-оп-оп-оп-оп. А, смотри, если я не хлопаю, то голова не движется. А, не движется. Потихонечку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да ну! Их должно быть намного больше. Пойди. А, они еще и растут, смотри. Могильные плиты вырастают. О, монетка. Слушай, хорошо, что они монетки еще дают. Ну давай, пусть побольше их пойдет. Толпа прям такая. Блин, а смотри. Сейчас сложнее становится. Опа, эти самые совушки. Мне еще совушки нужно успевать брать. Ладно. Так, могильная плита. Так, ну нарастает могильных плит намного больше, чем я их успеваю убивать. О, мне кажется, они ускорились, смотри. Стали быстро идти. А, большая волна, финальная волна. О, ребята! Ну, я вас все равно отщелкаю. Прикинь. Ну, давай этого последнего взорвем. Все, гипногрип мы открыли. Угу. Гипногрип. А гипногрип, если съест зомби, то он становится
под гипнозом и идет в другую сторону. А, сколько там еще серий? У нас 10, так получается 4 серии. Ладно, ребятушки, будем заканчивать серию. Большое спасибо за просмотр. Если ты досмотрел этот ролик до конца, то обязательно ставь лайк этому видео. И пиши комментарий какой-нибудь. Или там привет передай, я тебе передам тоже привет. Ну, а будем потом еще завтра тоже поиграем. Так что обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока-пока.